Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 8 февраля 2021 года. Я продолжаю наши обзоры, которые называются «Об ожившей поэзии слова». Это будет 490-й обзор из этого цикла. Обзор будет на стихи Самуила Прумовича. Ибо я готовлю книгу, которая будет называться «Самуил Прумович в ожившей поэзии». Это будет часть шестая этих обзоров. Итак, сегодня вы услышите везде слова, музыка, исполнение Самуила Прумовича, поэтому буду называть только произведения, которые вы сегодня услышите. «Покаяние», «Сердце мне шепчет напевно», «Неверная гулящая», «К нам Всевышний приходил», «Когда-то так Булата слушал», «Берега все текут, но это ошибки мои», «Тук-тук счастье стучится в окно», «Ода любви», «Диалог с судьбой у каждого из нас», «Эх, дороги наши», «И если успеем, вы душу сердца берегите». Вот так я планирую построить сегодняшний небольшой концерт. Итак, начинаем. Первая композиция называется «Покаяние». Слова, музыка, исполнение везде Самуила Прумовича. Слова, музыка, исполнение Самуила Прумовича. Видео в основном из интернета. Ах, как прекрасно покаяние, какая сладость эта грусть, когда грустишь ты от страдания, любовь обидела, вернусь. Ах, как прекрасно покаяние, какая сладость эта грусть, когда грустишь ты от страдания, любовь обидела, вернусь опять к любимому, признайся, в слезах молюсь и каюсь, дорогой мой. В своих ошибках признаюсь, вернусь опять к любимому, признаюсь и в слезах молюсь, я каюсь, дорогой мой, в своих ошибках признаюсь. Только о тебе я думаю, и нежность все дам тебе, и только ты, родной и ласковый, простишь и все прижмешь к себе, и только о тебе я думаю, и нежность все дам тебе, и только ты, родной ласковый, простишь и всю прижмешь к себе. А мир жесток, и нам не встретиться, и не обнять друг друга нет. А солнце, море, ах, как светятся, и знают, встретим мы рассвет. А мир жесток, и нам не встретиться, и не обнять друг друга нет. А солнце, море, ах, как светятся, и знают, встретим.
следующее произведение «Сердце мне шепчет напевно». Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт» на Крумовича. Видео из интернета. Сердце мне шепчет напевно, всех собирай и люби. Скажите мне от этих сил уйти. Недаром
этом мире сказано, судьбой тебе заказано. Нет судьбы, и теперь мне, брат, пожалуй, не уйти. Неверная гулящая, ты сила проходящая. Но как, друзья, скажите мне, от этих сил уйти? Следующая композиция к нам всего. Друзья, послушайте мою новую песню, которую я назвал «К нам Всевышний приходил». Песня «Экспромт», слова, музыка, исполнение Самуила Крумовича. Дорогой мой, дорогая, пришла весточка благая, к нам Всевышний приходил. Остановил всем отныне и всегда не искать себе врага. Если встретились впервые, говорите, друзья, мы ныне, расставаясь, добавляем к всем известному пока. Вместе с другом на века, вместе с другом на века, искать везде любовь, повод, чтобы обняться вновь. Завистников изгнать, отослать подальше спать, еще любить, любить, да всегда любимым быть, улыбаться и не злиться, друзья. Открыться и не верить, что любовь недоступна вновь и вновь. Коль настроишься любить, так всегда тому и быть. О любви всем говорить, не стесняться всех любить. Говорить, я вас люблю, всем отныне разрешу, никому не позволять человека обижать. Все заверил и пришил исполнять вам, Самуил. Мне придется подчиниться, дай Богу поклониться, чтобы снова к нам пришел, радость, счастье нам нашел. Следующая композиция «Когда-то так» Булатусу. Друзья, послушайте мою новую песню. Бездарный, слушай, что поешь, сказал однажды критик важный. И я еще прослушал, да, ошибок много, стиль затяжный. И еще прослушала, да, ошибок много, стиль затяжный. Слаба гитара, где-то звук не так подал, ритм нарушил. И
я все слушал, 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 и боль от сердца отпевал. Когда-то так была-то слушал, не мог наслушаться, не мог. Вот и мои творения в душу проникли, вот какой порог. Вот и мои творения в душу проникли, вот какой порог. Да, не владею я гитарой, и в ритм я где-то не попал. Но и мелодией, и стихами я душу чуткую порвал. Но и мелодией, и стихами я душу чуткую порвал. Конечно, разные души и разные все сердца, а еще больше бессердечный, и муза вовсе не нужна, а еще больше бессердечный, и муза вовсе не нужна. Им как бы уколоть больнее, и зависть злость нести в народ. А вы спросите оппонента, что людям критик наш несет. А вы спросите оппонента, что людям критик наш несет. Что он сложил или построил, и чем обрадует он нас. Что он ответит, подскажите, кому энергию он даст. Что он ответит, подскажите, кому энергию он даст. Я бы пропустил все это, не стоит строчек этот тип. Но почему-то голос сердца все тише слышен и затих. Но почему-то голос сердца все тише слышен и затих. Где новый визбор Акуджава, все мат, политика и злость? Не потому ли к нам приходит вот этот критик, этот гость? Не потому ли к нам приходит вот этот критик, этот гость? На этом монолог закончу, я об одном лишь попрошу. Почаще вы стихи читайте, я ими счастлив и дышу. Почаще вы стихи. Следующая композиция «Берега все текут». Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи Самуила Фрумовича, музыка исполнения Самуила Фрумовича, видео из интернета. Композиция называется «Берега все текут, слезы льются». Без надежды не хочется мне пролетать, без надежды, без мечтаний, даже страсти сгореть при луне. Я не знаю, где встречи, не знаю, только солнце сияет не так. Ты сказала меня, прикая, берега сольются никак. Берега все текут, слезы льются, не решается судьбы никак. Только тянутся души друг к другу, торопись.
счастье встреча рвется, берегать эти буквы зовется, не решается судьба никак, только тянутся души друг к другу. Счастье, встреча, рюкса. Сказала, зачем мы плаваем, обнимаемся, любим, зачем? Разлетимся и снова страдаем, без надежд снова дышим ничем. И когда все тихо созвучатся, не решается судьба никак. Тянутся души друг к другу. Торопись, счастье, встреча, рюкса. Берегать эти пусть разобьются, не решается судьбы никак. Только тянутся души друг к другу. Счастье, встреча, рюкзак. Спасибо за внимание. Но это ошибки мои, следующая композиция. Друзья, послушайте. О жизни счастливые дни. Дыхание прелестной минут. О прошлой жизни моей, красота капризный редут. О море безмерная даль, о страсти мои и печали. Прошли золотые года, о них я пою иногда. О море безмерная даль, о страсти мои и печали. Прошли золотые года, о них я пою иногда. И снова проснется любовь, и вспомнится счастье минут, и даже капризы тех дней, красоток моих оживут, и ночи безмерной любви. Желаний почти неземных, и тяга к далекой луне, и сладость объятий твоих, и ночи безмерной любви. Желаний почти неземных, тяга к далекой луне, и сладость объятий твоих. А кто-то не ценит тех дней, а кто-то о прошлом забыл, и многих ругает сейчас, ведь он никого не любил. И тяжко идут наши дни, и счастья нигде не видать. Нет радости в жизни нигде, и всех бы подальше послать. Друзья, не в обиду скажу, мы все не безгрешны, мой друг. Я сам ошибался не раз, и я не любил всех вокруг. Я не обучен.
нужно любить, и все, что пишу, есть мечта, и многих по жизни любил, но не был любим никогда. И я не обучен любить, и все, что пишу, есть мечта, и многих по жизни любил, но не был любим никогда. Но это ошибки мои, и я исправлять их готов. Не учат у нас, как любить, поучимся этому вновь. Но это ошибки мои, и я исправлять их готов. Не учат у нас, как любить, поучимся этому. Следующая композиция — «Тук-тук, счастье стучится в окно». Друзья, послушайте новую песню из цикла «Ожившая поэзия». Песня называется «Тук-тук, счастье стучится в окно». Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Видео из интернета. Видео автор ролика Лорена. Ах, любимые, славные женщины, а без вас мы мужчины никто. Дайте нам вы минуты мгновения, тук-тук, счастье стучится в окно. Дайте нам вы минуты мгновения, тук-тук, счастье стучится в окно. Пусть тук-тук вас тихонько разбудит, пусть любимый обнимет времен, и тихонько три слова пусть скажет. Скажет, а в ушко шепнет, и тихонько три слова пусть скажет, нет, не скажет, а в ушко шепнет, и сольетесь вы в нежности вместе, вместе сладостно. Мгновения праздники жизни никогда. Это нам не забыть, о, мгновения праздники жизни никогда. Это нам не забыть. Зазвучала мелодия вальса, все сияет, пылает вокруг. Голова закружилась от счастья, и мы вместе поем тук-тук-тук. Голова закружилась от счастья, и мы вместе поем тук-тук-тук. Следующая композиция — «Ода любви». Друзья, послушайте мою новую песню, которую я назвал «Румовича». Thank you.
ласкать и быть любимым. Мечта для каждого из нас. Мгновение встреч, свидание с милой. Для сердца я бальзам припас. Мгновение встреч, свидание с милой. Для сердца я бальзам припас. Когда мы любим безответно, страдания наши нелегки, но без страданий не бывает. Друг, к сожалению, любви, когда в любви мы признаемся, сиянием все окружено, трепещет сердце, нежность льется, и на мгновенье дано. Когда в мечтах мы улетаем в недосягаемую ввысь, в любви счастье все бывает. О, друг, ты к этому стремись, в любви счастье все бывает. О, друг, ты к этому стремись. Следующая композиция — «Диалог с судьбой». Друзья, после исполнения Самуила Пурмовича, видео из интернета. Мы всегда спешим, мы всегда бежим, торопясь вперед, жизнь мы пролетим, много не поймем, труден жизненный ход, все равно наш путь только вдаль вперед, много не поймем, труден жизненный ход. Все равно наш путь только вдаль вперед. И отлюбим мы, и уйдут мечты, не вернуть года нам вперед всегда. Потому, мой друг, важно выбрать путь, не бежать стремглав. Дай душе вздохнуть. Потому, мой друг, важно выбрать путь, не бежать стремглав. Дай душе вздохнуть. Мы должны вести, неведомым быть, и судьбу свою самому вершить, каждый день творить и любовь любить, и судьбе своей тихо говорить. Следующее произведение у каждого из нас. Друзья,
из нас своя дорога путь. И каждый бы хотел через года взглянуть, и каждый это ждет, не зная то что, но хочет, чтобы оно с криком не пришло. Судьбу не изменить, так говорил мудрец, но знал, куда идти и с кем его венец. Для нас же мудрость то, что мы вперед идем и выберем свой путь, с друзьями мы пойдем. А потому, друзья, сегодня и всегда мы ищем, где она, моя, моя звезда. Где спряталась она и почему молчит? Об этом и о том Всевышний говорит. Об этом и о том душа подскажет вам. Иногда и вы взываете к небесам, об этом и о том и сердце говорит. Любимая, что ждет в страданиях, молчит. Об этом и о том я песенки пою, стихи свои пишу, в эти все ищу. Об этом и о том Есенин говорил. Поэт ведь это тот, кто это пережил. Переживем и мы, взывая к небесам. Недаром же Творец не спать нам приказал. И счастье где-то здесь у каждого из нас. Когда к тебе придет, не нажимай на газ. Переживем мы, взывая к небесам. Недаром же Творец не спать нам приказал. И счастье где-то здесь у каждого из нас. Когда к тебе придет, не нажимай на газ. Я заканчиваю этот небольшой концерт из цикла «Об ожившей поэзии. Замолвите слово». Это у нас часть 490. Значит, мы с вами уже послушали в этом цикле 490 произведений нашей замечательной ожившей поэзии. С вами был Самуил Фрумой. Всем доброго. До новых встреч.